Много кто не верит в существование страшных существ, таких как Чупакабра. На самом деле, они есть. А перед тем, как мы продолжим, я вам напоминаю, что попасть в мой ролик, нужно всего лишь написать комментарий в первые 24 часа от выхода ролика. И тогда я вас лайкну и добавлю в следующий ролик. В Техасе люди утверждают, что они убили настоящую чупакабру. Они услышали странный шум, и внук, вооружившись ружьем, пошел посмотреть, что там происходит. Он увидел там какое-то существо, которое подбирается к собаке, и он сразу без раздумий же выстрелил. И он уверен на все 100, что это была чупакабра. Это видео было снято в России. Какая-то сущность убила множество скота у местного фермера. У кролика и кур была прокусана шея, а вся кровь выпита. Одному из парней удалось все же заснять это существо, которое направлялось в сторону леса. В Парагвае засняли на камеру гуманоидное существо, которое прибило к берегу. Когда это видео прогнали по местному телевидению, все начали говорить, что это чупакабра. В джунглях засняли очень странное существо. После появления ролика в интернете, люди начали говорить, что это чупакабра. А кто-то даже говорит, что это существо внеземного происхождения.
Ребята, которые ехали через лес, засняли странное существо, похожее на обезьяну или же собаку. Но автор данного видео уверен на все 100, что это была чупакабра. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!